У меня есть второй. А что ты в первом тогда делаешь? Просто мова же сидит же без. Ну, не пава. По-моему, тоже. Ну, мана просто лицо хит. С ними играем. Да. Так, я надеюсь, только ты загрузишься, пожалуйста, скажи. Сейчас вот этого лечится по-любому. Не, я загружу. Вы в разные тимы раскинулись? Ну, перейдите. Сейчас загрузишься? Да. Так вы же уже загрузились. Чё, а, все, отлично. Чё, типа, тактика есть какая-нибудь? Тактика предельно ясна. Мислить? Да. Это будет трудно. Так, мы разделились уже или нет? Да. В этом, в... Не понял. Я на фланге. А я прикрою. Ну, я сам как-нибудь разберусь. Ну, я ближе к центру сдвинусь. Я одиночными стрелками тут буду бегать. Ай, блин, это валькштурмовские стрелки. Блин, вы бы хоть цену бы назвали им. Какова цена вопроса? 8. 17. Нихера себе разница. Один этот. 16. Да. А первые уже бегут. Нет, у меня там уже пистолка идет. Достанешь, походу. Ты серьезно? Да. Так, ну и ладно. Блин, такой минимализм на миникарте. Блин, как это красиво. Когда у тебя нету... Ну, оно все такое маленькое. Эти точечки такие прикольные. Ну, именно пехоты. Mm. Блин. Это классно. Ну что, точки захватим или как? А, ну, стараемся. Так, наверное, возьму сквад валькштурма. О! Меня убили. Да. Чем я нахер? Сказал, что вин... Тут как базочек да из глаза. А хули я его не видел, простите. Тоже такие проблемы, такие проходящие. Охуенно. А, стоп, я его еще могу, по идее, починить. Да, я его могу починить. А толку он тебе не даст. Ну, сейчас мы проверим. Что же ты все? А вот эту точку захватили кто-нибудь? Ща, у меня как раз валькштурм подбежал. Короче, правый фланг, все. Блин, так непривычно, то, что у меня не отцентрованы все эти панельки. То есть панелька не по центру, а с бочкой. Угу. Непривычно. Включи чат на стриме, он слишком вялый, чтобы его включать. Ах ты сволочь, ты кто такой? Так, что там? О, ну это да, это тема. Согласен. Блин, мне его разрушили. А, луч. Тогда я заберу МГшник. И все патроны. Так, не, ну я думаю, на таких дистанциях пусть лучше с винтовками остаются. Блин, я центр не могу забрать. А кто тут это? Кто мешки умеет строить? Что-то у меня стрелки мешки не строят. Так, пулеметчики. Там хиба летние. А, блин, господи, я привык, что у меня на панели быстрого доступа мешки есть. Так, с полуавтоматами. Чего? Так, на пивоавтоматичными гвинтівками умеют. Да нет, там любые, это другое. Что там пишут? Я уже и танки могу всякие заказывать, ух ты. Да. Это что-то не заметил просто. А, так у меня денег куча. Господи. Fire. Нет Wi-Fi. Стонет, жизнь старая. Блин, после робза очень непривычно. Я вообще... Так, это почти робз. Ну, не совсем. Ну, почти. Так же реалистично. Робз намного обширнее. В плане количества. Бля, а чё наш крайний делает, простите? Франк. Да-да.
Чё ты сидишь? Я что-то вообще не вижу, чтобы ты вперед двигался. У тебя там два трупа. И все, ты засел. Ну так а чем двигать вперед будем? Сейчас думаю. Вин мне контрит все, что я приказываю. Я в нем не сомневался. У меня трохи треба понизить шанс. Где? Да. Стандер. А, я походу стандером попался. Да. Сейчас ладно. Попытаюсь захватить точку. Ой. Возьми здесь базик сначала. А, тебе помочь? Нет. Ты своим Т-70 все разнос. Блин, ну Т-70 он такой, типа у него броня наклонная. Хитро жопа. Ну, я знаю. Думал, кажется, какой-то пазик четвертый возьми хотя бы. А то он на центр залетает. Думаешь, 95, 97, 98, 99. Пососи мой флаг. Да как ты надоел, господи. Что это за фигня? У меня таймер 2 минуты на отряд пехоты. Типа баланс? Какой нахуй баланс? Вы о чем? Где вы такое слово услышали? Забудьте его. Пазик четвертый. Ты купил? Угу. А. Мне что-то все недоступно, да недоступно. Блин, смерч написано русскими буквами. Да. Да, да, играй с носителем русского. Ой, украинского. Слушай, может я к тебе луча перетащу, Франк? Давай, ты на что копишь? Да ты... на что я копишь? Сука, сколько у тебя денег? 400. 400? 400. Куда ты все слил? О, ты таки нашел. Ты видишь этот ряд с пулеметчиков? Здорово, Джи. А, это что, все пулеметчики? Нахера тебе столько? Блин. Давай, короче, пробиваемся на точку. Купи отряд хоть волькштурма. Территория должна быть наша. У него кулаки. Он пришел с вами бы сыграл. Так да, чё ж ты не пришел? Ну блин, я катался на велике. А, ну так я же вроде заранее написал то, что буду играть. Вы после этой катки еще играете? Да. Вполне. Или что вы там... Радмин. Через что? Радмин. Через Радмин. Что это за херня еще такая? Ну Радмин VPN. Как Хамачи. Блять, да кто стреляет? Я вообще не вижу. Через гейм-менеджер есть? Блять, Пава, ну ты ёбаль. Чё ты делаешь? Кажу, у меня краш. Да я понял. Чё случилось у вас? Я краш. У Павы крашился. Да, выходи. Только разыгрался. Сука, ну я тебе пытаюсь кикнуть, ну блять, кик фром. Ну иди ты нахрен. Кстати, Панзер может сейчас присоединяться. И ты должен перезапуск? Хорошо. Да. Нету. Перезапуск. Понимаете, у меня... А я так хотел на Т-70, так рулил, почти шансы были. Пава, ой, блять, Мавас, давай, погнали. Здорово. А чё, он пришёл? Нет, он ушёл. О, Мавас. Товарищ, может ты к нам? А какой КЗМ? Что? Десятый. Опа, я на другой фланг. Так, ты со мной, походу, да? А, нет. Пу.
Пу-пу-пу-пум. Что у нас есть в ассортименте? Я привык уже смотреть на очки сверху. Ну, он другий шторм. Такая штука. Партизаны. У кого? Так. У него? Пау, ты против Тандера, походу. О, я походу. Ага, да. Да. Он, походу, на прорыве, да. Чего вы взяли? Божастку тоже наступает. Меня тишина не радует, но... Да, кстати, откапливается, что ли? А, вот. Вот он. Ну это он мне по окну стреляет. Он походу опять-то... Блин, тут эти окопы полукругом, нифига себе. Какая элитарная фигня. Окопы полукругом. Ни хрена себе. А, он идет все-таки. Зараза, минус пулемет. Он обходить пулемет. Так, ну у меня все спокойно. А у меня нет. Мне тоже не дуже ступенью. Ну получается, я еще как-то буду переклассифицироваться, раз такое дело. Ну, мне легенько чем-нибудь поможе. А чем тебе чем-нибудь? Але тут как ПТРС стоит. ПТРС? Ага. Я его трошки накоцал, але я думаю, что он будет... Бля, меня чем-то взорвали. А, короче, он шел... Он, короче, контр твой пулеметчик. Чё? Он мне. Пулеметы контр. Так, ну давай я к тебе подвожу технику. Нет, как обычно, один на фланге. Пава, ты чё там трёхпеховый отсюда забери? Переведи их немного вперед. Я тебя прикрывал трохи. А, ну спасибо. Они там немножко далековато, конечно, для прикрытия, но... Нет, а там пулемет стоит. А. Не понял, блядь! А засветиться слабо? Я казал, тут как-то... Ну чё ты мне говорил? Я вообще даже не понимаю, кто из вас кто, где. Кто слева, кто справа. Откуда я, блядь, знаю? Ну, закажу еще один. Ты бы разведал или чё? Блин, меня вообще никто не троит. Ну и ладно. Мне же лучше. Что логично. Че делаешь? Ну давай, я через реку буду прикрывать. Свети. Нормально, минус 3 так сразу. А какая дистанция стрельбы у ПТРС-а? Вроде бы такая, как зенитки 20-мм. Это сколько? Я не знаю, я не маю час подняти. Вроде бы на... Ну, по самому відстань бил. Нормально, я их повырубал. Продвигайся, смотри. Бля, там какая-то техника. Т-70. Вы за этом гранатометчика, что ли? Не пробьешь. Гранатометчиком? Тебе говорю, гранатометчика вызови. 24 секунды. Буду бить ПТРЖ-ом. У меня есть бронебойная лента, или тут такое не завезли? Нет. А, ну тут есть хэш-лента и... Блин. АП. А, ну я, кстати, АП-хой стрелял все это время. Бля, я вообще не вижу тут. Блин, он так медленно с жопой едет. Там пули как пехота. Вижу.
Ян объехать решил. Пак за распиджан. Двин на танк придем. Блин, грустно то, что я не могу сломать укрытие. Он едет прямо на меня, походу, сейчас. Или нет? Да, он прямо на меня катит. Готовь гранатометчика. Пак пидвену. Бля, это законно так легко меня ушатать? Сволочь. Промазал. Промазал? Ты чё, даже попытался попасть? Где ты? Я через той. Блин, у тебя тут куча пехоты стоит в тылу, блять. Я тебе постоянно чищу этих мудил на точке. Мог бы хотя бы использовать этого как укрытие. Пробовал пробить, блядь. Ну так кто сейчас? Там... Вот когда я тебя. Я стрелял по этому. Там два пулика стоит. Кого? Я пробил. Когда я тут стоял лучом, мог бы занимать позиции, пока под подавлением было. Что там? На левом фланге, что это за техника? Т-34, блин, я сначала Т-70 убью, я заказал F2. 43-й уроку не пробьешь. В смысле не пробью? Навіть пазиком четвертым слабо пробиваешь. Чего бы это? 43-й лик. Ну и чё? Они чё, дополнительные листы брони нашили? Пробуй, пробивай. Ой, Дарма, ты свою зенитку подставил. Кого, блядь? Тебе зенитку сделали. У меня нет зенитки. Это я не помню. Эту хуйню не пробиваю. Чё? Оо. На кумули моя най. Капец. Все, готов. Отлично. Добро. Так, готов или не готов? Вот в чем вопрос. Зараз скину. Не готов. Нужно добить. Ну чё, давай тащи там свою легкую технику, я сейчас попробую 34-ку выбить. Зараз. Ладно, думаю, он некоторое время будет в нокауте. Сомневайся. Чё? Сомневайся. В смысле? Пока его починят. Блин, по мне миномет гасит. Вот сволочь. Им точно увеличенные денежки не дают? Не дают. Что ты их там прям нормально так. Блин, не вижу его. Ты кто его убил там? Ага. Пушка. Не треба. Блять, чё там на фоне, алё? А то походу палат шум. Охуенно. Не, я тут. Ну так, и чё это такое? Ты бы тогда активацию голоса на кнопку сделал или хотя бы... Забиндел выключить. Я с телефон говорю. Ну так тем более легко тебе было бы выключить. Давай продвинемся на это поле, тут очень красивые поля. Мне? Да не ты. Мне. Было бы еще чем? Ну у меня есть танк. Да, я могу пехоту прикрыть. Ну вот. Давай сюда как-то. У него кумулии, то пазик четвертый может взлететь. Так он же ж убитый. Он не, он без башни, без башни. Главное, чтобы он не чинился сейчас на ходу. Ой, меня тут все в мясо убрали, убили. Отступай, наверное. Да, зачем? А, или ты че? А, ты процентчик. Возьму-ка я хэши и попробую по нему пострелять. Паду? Брать должен.
Слушай, может я B1 огнеметный возьму? Не, он такой сильный. Ты не сможешь огнеметом керовать. В смысле не смогу? Это как? Там не керуется. Это как вообще? Ну, вот так. Да куда, блять, мой фугас попадает? Блин, кажется, меня что-то подбило. И меня. 34-ка еще одна. 76-ка. Что-то мне как-то совсем грустно. Он меня сквозит сквозь дом. Ты бы отходил, наверное, там? А я на гузе. Я не знаю, на чем я, но я сломанный. О, я ему... Я его пробил. Блин, у меня у пушки бронебойные. Пава, блядь. Ты бы выключил микрофон, что ли? Ты молчишь и... Толку-то я тогда. Не могу, мне долго до микрофона. Шо, блять, долго? На телефоне долго? Что ты рассказываешь? Да, да все уже. Че, блин. Так, раньше штук считался хорошей техникой. Возьму-ка я его. Теперь винту ничего. Ну я уже взял. Смотри, как хочется. Третий. Не, с окурком или с этим? С чем? Ну, блин, ну не 42-й же. Зачем мне 42-й сейчас? 42-й с бронебоем, а він відремонтував Т-70. Ну так стреляй по нему. Чё у тебя? Чем? Пак 40, нахуй тебе пак 40. Ну ладно. Як би на центр наступает? На центр? Ну, возможно. А, минус 34. Ага. Ну они, по идее, просто без. Ну, без экипажа, то есть. Ну, то есть у них там корпус поврежден или типа того. Блин, а чё-чё, а пулеметы тут красиво звучат. Прикольно. Во втором штурме, наверное, все же лучше, но... Ну, неплохо. Это 70. Блин, по мне что-то стреляет. Блять, там пушка. Так она меня почему-то не пробивает, но там пушка. А, все, горю. А чем разница между ОФА и ХЭД? ХЭД это типа с меньшими осколками тут, по идее. ХЭД аккумулятива. Ну чё, пробиваться как-то будем? Да нормально пока. Да давай их родную точку заберем. Как бы я тут на... Да, это пиратка. Да, да. Ты прорвайся? Башка. Пришел. Молодцы. Блин, как же легко пушки убиваются. Просто рядом легло, все, пушка минус. Ну это может повезло. Набор. Еще она и перевернулась. Она все уже. А? Она, говорю, все уже. А я не верю. Хочу прямой дать. А теперь все. Блять, ты еще серьезно? Блять, сука. Какого хера здесь происходит? Еще серьезно. Ну, я думаю, башка стоила недешево, так что все нормально. Пехота тоже. Да, блять, ну ты что, покупал элитную пехоту? Нет, вторую. Ну, ну так и все, она стоит сотку, а башка... Тоже где-то сотку. У тебя пол отряда выжил, ты в плюсе. Поздравляю. А, спасибо. А, у меня пол отряда выжил.
Блин, братан, закрепляйся перед точкой. Два на два. Три на два. А, значит, я скоро зайду. А, ты только вернулся. Да у меня, блин, бесит лагает. А? Такая. У меня то проводник залагает, почернеет, вылетит, то еще что-то. Ну, до тигра мне далековато. Ничего себе, ты до тигра там собрался. Ну да. Почему нет? Зачем себе его отказывать? Так, ты артиллерия или ты не артиллерия? FF-18. Виталя. Чё тебе? Можешь взять радиста в поддержке, он 250 будет стоит. Его можно много раз брать. Там только один. Ну да, один. Так ты сказал, много раз можно брать. Его можно брать по одному, много раз. Чё ты шепотом говоришь? У меня батя спит. Ага. Это арта? Окей. Т-50? Чё-то они странное делают. А, он походу этот парень фланг пошёл, скорее всего. Или центр. Так, ну центр я хочу себе. Мне надоело то, что он не мой. А, я уже бегу. Нее, я хочу их центр. Это обычный пехотинец, да. Так, стоп, ну зря я, наверное, жопой разворачиваюсь. А, его что-то убило? О. Блин, там все еще миномет сидит, вот гадина. Сволочь, я паскуда. Своим... Чего? Скажи, я своим минометом не добываю. Да не надо, не волнуйся. Господи, как же он бьет-то, а? Блядь, я так и думал, он починил свой... Сука! Ну чё ж ты говоришь, что он умер? Не умер он нихера. Теперь у меня прорывная сила кончилась. Блять, второй тоже ожил. Добивать же нужно. Проверять и добивать. Блять. Ну естественно нахуй. Да хули ты, блядь, видишь ползущего-то? С тобой хоть так хедзер хуедзер, блять, Пава, чё это за позиция такая тупая, нахер он там стоит? Чё ты вообще в этот угол вжался? Он стоит, чтобы той Т-34 по нему не стрелял. Какой, блядь, на другом конце карты? Тут який стоит. Ты сам его убить не желаешь? Я купил тигр. Ой, стоп, это чё, мои до сих пор?
Обидно. Там вроде бы 85-ка здесь ездила. Минус 3-4 точно уже. Молодец. Блять, укрытий нету. Так, ну чё, ну давай тигр реализовывать, пока они не компенсировали. Давай там подкрепление пехоты. И о, пошли. Вроде бы все. Ну вот, получилось же. Почему у тебя, блин, точка вражеская, и у тебя танк прям перед ней стоит? А если бы там был гранатометчик? Ты бы хоть пехоту подвел. Один пехотинец сильно. В доме, с другой стороны. Жестко. Так, я хочу его. Понимаешь это? Я его хочу. Дай мне его. Если я чего-то хочу, это не значит, что это будет так, но я этого хочу. Оп, танк. А, вот это четверка. Понял, принял. Блин, да где там мой прицел, алло? Из другой. Что, простите? Из другой вроде бы. На меня целят? Минус экипаж. Он еще живой, кстати. Че, опять? Сколько можно жить? Другие Сара. Он не знает, что с ним работает. Едет на меня. Да, сейчас минус едет. Слушай, и 2М. Ты хоть член. Подсветите штука его. Штука ЦФУ с 50 очки. Я его не вижу. Здесь ну, как тут, в районе. Ну это хорошо, я только я по району не постреляю. Зараз попробую офицером подсветить. Да я сейчас попробую вот так вот сделать. Оп. Отлично. Серьезно? Так, у меня душа, а там? Штука ЦФУС. Молодец. Нормально. На какую дистанцию стреляет радист? Вроде бы 50 метров. Не думаю, что я достану таким макаром. Охуенно. Ну ты красавчик. Что там слева? Сушка. Блять. Техника есть тяжелая? Тяжелая. На что ты копишь? Тяжелой нету. Вылетел или нет? Да вылетел. Я краш. Упал, да. Слушай, что у тебя есть? Ну, точнее, что у тебя по деньгам? Деньгам 1400. А сколько? А, ну на тигр 1500 надо. Только продолжаем же, да? Да, да. Да. Ну вот, все. Connecting lost. Че, без павов продолжаем? Да. Почему? Блин, какие-то странные тут пробои. Че? А, я сгорел. Да, взорвался. А где, кстати, показатель, сколько нам... А, справа. Сколько нам тут еще играть? Да. Короче, возьми, короче, Хуммеля. Или может 28-32? Как сейчас?
РСЗО. Да, с 830. Думаешь? Да. Ну, хумелем я смогу долго стрелять. 28-32, ну, типа, ну так просто. На центре антитеха нет, кстати. А хумель серии стреляет или одиночными? Че он там, вроде серии должен стрелять. Да хрен его знает. Тут еще, блин, как в оригинале или как в этом. Попробуй разбери. А теперь мы ждем. Ты уже, наверное, можешь купить тигр. Могу. Ну так покупай. Так, а смысл у него сушку здесь? Ничего. Так он меня пробивает их. А ты типа его не пробьешь? А вот не факт. Сушку не пробьешь? С чего это ты взял? Кстати, это получается правый фланг теперь. У нас просядет. Да, вот теперь два фланга. Нахуя? И Одис из Мессии. Так, что я купил хумер? У меня тигр. Сейчас попробую по минусу тоже стрельнуть. А, у меня дистанция. В серии, походу, стреляют. Ну, двух черноморов убил. Ну, хоть бы на гусли поставил. О. О, кажется, ему не очень хорошо. Все, сушка, серию отстрелял. Да, это... У него гусли, корпус. Не, корпус норм. Башня. А, ну да, не пробить сушку с тигром. Сушку не пробил? Сушку не пробил. Чем? С тигром. Понятно. Блин! О, давай я попробую ему экипаж выбить гранатами. Зараза. Заряженный. Понимаешь? Блин, а почему... Слушай, а тут они продолжают воевать, причем вроде как никак боты. Боты бы просто вперед поломились. Нет, они... Это боты. Уж больно как-то интересно играет. Значит, подтянули и... О, минус этот. Офицер. А, у него еще офицер. Кто еще? Офицер. Какой нахуй офицер? Так, я почти выбил экипаж из этой фигни. Есть! Она моя. Отлично. Спасибо, что накопил. Так, ну чё, по ИСУ добивающий попробовать? Какой же он корявый. И чё? А-а-а. Охуеть. Короче, вообще не-не-не. Ничего не сделал. Ра-р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 а
3000 до КТ. Классно. О, у меня хумель перезарядился. По сушке может дать? Попробуй, может, нагасил. Знаешь. Нет. Так у меня аж много выстрелов. Просто... А, минус сушка. Блин. Это зря я, получается, стреляю. Нормально. А, и я прямое дал. Отлично. Лол. Стрельнет по вот этому говну. Так, где? Егор, ну. Там, по-моему, дистанция не достает. Ну так подъедь. Мне тут пехотой нужно бы центр, ну типа. Ой, кстати, и тут фланг, по идее, не помешал бы заменеджерить. Ну, можно. В целом у нас все более-менее, так что почему бы и нет? Чё, горишь? Могу, говорю, да иса вдает. Давай, иса убивай, я переключусь немножко на фланг. Сначала, конечно, лоб свой прикрою. А, кривой тигр. Так, центр мой. Ну, почти. В процессе сепарации противника, так сказать. Чё там? Так, и на фланг луча давай. В прикрытии... 900 очков, ладно, не буду тратиться пока что на этого. Так, а чё это такое? А чё? ПЗ-35Т живой? А давай возьмем. Живой! Живее всех мертвых. Кстати, РСЗО перезарядилось. Юрка, они перезаряжаются, однако. Блин, половина сдохла по дороге. Опа. Че? Блин, ну миномет тут, конечно, хорошую службу ведет. 34 и 61-ка. У меня опять перезарядился. Попробуй сошмальнуть, что ли. Это ты его убил или я? Я. Да ну ёб твою мать. Он стёр тебе этот. Вижу. Надеюсь, 35Т его победит. О, у него Б4. Б4. Б4? Да. Где? Конкретизируй. Конкретно не знаю. Но клюха прилетевшая к ней. Говорит. Блин, а там же засвет сразу после выстрела есть. Так я остался, можно держаться. Ладно. Короче, и сапрощик надо убить, чем он под углом стоит. Бля, мне конец. Чё? Стюарт победил. Пластмассовый мир победил. Или не очень. Я все еще стреляю без корпуса. Чё? А. У меня выбит корпус, но я под прямым управлением продолжаю вести огонь.
О, у него еще и рог есть. Гад. Довольно нехороший человек. Блин, там раз на раз, да из два сейчас уже похилится. Что? Минус зенитка. Косорылые ублюды. А походу один член экипажа выси остался. Что? Вы все, говорю, один может быть член экипажа, может два остался. Ну при чем тут это? А. Я тигр могу купить. Бери. Да, я думаю, согласен. Тигрулька пригодится. Так, хумель без быка. Это ему что нужно? Амунишн. О, рокет. Взрывается. Артиллерия амунишн. Что? Из тигра развернулся. Что, он починил? Mm-hmm. Нет, у него башню он починил, походу. Обидно. Довольно-таки. Хоть Голиаф вызывай. А чё, идея? Mm? Идея, говорю. О, офицер. Ты чё за офицер? Что это значит? Ну, офицер, ну, блин, то есть... Ну, типа разведка, короче. Ну, с этим? С биноклем? Да, да, да. А походу мой тигр пытается Б4 убить. Ну, давай маневрируй там, что ли. Кстати, ИС-2 на тебя целится, возможно. Да, я знаю. Таня, ты Голиаф едет. Ты Голиаф вызвал? Да. Прикольно. Надеюсь, он доедет. Блин, да чё все влево-то уходит? Там Голиаф не прикроешь? Зачем? Даже не знаю чем. А можно не рикошетить, пожалуйста? О, понятно. Что такое? Радист. Блять. Короче, стреляй по корпусу. Так, артиллерийский опель. Что там? Блин. Сколько у тебя денег? 2400. Слушай, вызови, может, этот самый... Блядь, как его зовут-то? Сам разберусь. Ис, видит меня. Как насчет вызвать Карл Густава? Все, минус ИС. Вижу. Не. Не хочешь Карла? Да, ну. Ты что? Пока, в принципе, нормально все идет. Ну так, средненько. Большая часть точек за нами, так что. Но мы не можем больше взять. Тебя это не удручает? Так, нам больше, если не надо, мы тут. Чего ты взял? Нам нужны все. Толку-то сидеть просто. Ой. Ну, сидеть можно. Смотри. Там... Артиллерия не нужна. Артиллерия нужна. Потом не нужна, ты видишь, блять, он мне Б4 не подорвал тигр. Да, бывает такое. Он просто ствол сбил и две гусли. Блин, правда, мое наступление накрывается из-за этого. Что-то подозрительно, он без техники тут воюет. Давай, манги. Ладно, твоем стерте. Ну и вам мелкоши. Чё-то очень посмотрите. Чё там готовят? Походу, этот... И стейтинг нужно готовить.
Капец. А, минус радист. Кто? Минус радист. Молодец. Так, ну ладно, давай как-то продвигаться, что ли. Чё я сижу тут? Чё, танкист, что ли? Ну иди в первых рядах. Понятно. А, Т-50 был. Ага, лишу я его. И стёрся. Обычный. Одна я тогда густо возьму. Так, я сейчас по нему хочу стрельнуть. Он сейчас перемещается. Да? Да. Сволочь. А я в тигр впилялся. Ладно. А, у густого расстояния. Что? А, возможно. А, ну да, это ж мортир. Что делать? Нет, ну ты, блядь, пенёк перевернулся. Сволочь. Паскудник. Его мне тут захватывать уже начинает, что ли? Что? Захватывает, говорю, в точку. Я не могу, там техника. Так, а где он? А, вот он. Найден. Уныленько. Меня забыли. Ага. Тебя не забыли. Мы их хуже играли. Что? Мы, говорю, хуже играли с ним. С Павшим. Уныли? Да. Зачем? Да. Мне кажется, по мне кто-то стреляет. Бля, там эйс еще один. Ай, у него второй, походу, радист. У меня есть некоторые трудности. О, ИС. А, это тундер. Я могу, конечно, карму туда приходить. Ну, как бы, ИС штука не дешевая, я думаю, это выгодная инвестиция. Так где мой блядский прицел? Только потом инвестиции не прилетят. В виде Б4. А, мой блядский прицел, я понял. Сука. Кстати, чё, хочу тебя огорчить, у меня денег нет. Ну так ты ж Б4 купил, конечно, у тебя денег нет. Ну, я, короче, на этой огромной яме прицел потерял свой. Охуеть. Короче, еду уничтожать ИС. Ага. Блин, тут дистанция стрельбы артиллерии какая-то слишком маленькая. 260 метров, при том, что у... Ой, я прямой дал. Ему Густо похер. Вообще 200. Не, ему не похер. Что-то ему нехорошо. Блин, какая-то тупая артиллерия. Больше не хочу в ГЗМ играть. Можно в ванилу поиграть. Давай Севастополь ванилу. Что это за такие грустные вздохи? Не хочешь? Там не тут нормально, в принципе. А мне не очень с такой тупой артиллерией. Тут привыкнуть главное. А? Привыкнуть, говорю, главное. Слабая отмазка. Минус экипаж корова. Блин, где Голиаф? Я его не могу найти. Вот, нашел. Блин, 500 очков Голиаф стоит, нихера себе. Ой, стоп, я ж тигр могу починить, я что-то задизморалился уже. Короче, это ГЕ на Б4, она Карла не убил. Чё? Карла Б4 не убил. Это как? Вот, посмотри. А.
Я думал, то, что Карл Б4 не убил. Я же СССР попробовал убить. Я думаю, ему достаточно. А я думал, он не умер. Да, он не умер. Он не умер. Плохие инвестиции. Нормально. Возьму ее огнеметного. Бля, взял по-своему, выстрелил. Красава. Че бы есть, в принципе. О, точка. А, он еще есть, да? У него второй радист. Ты уже говорил. Ну, еще раз скажу. Еще один второй радист. Возможно. А, вообще-то третий, по идее. Он что-то наглеет там. Я сейчас на точку попытаюсь зайти. У меня тут огнеметный панзер. Я, кажется, забрал точку. А что если ИСа залить огнем? У меня получится, что? Ну, его двигатель, ну, двигатель продрожь, и он может уничтожить. Сейчас проверим. Может быть. Если он не сделает это первым. Что он не сделает первым? Я уничтожу тебя. Все, будем у меня уничтожать. Все. Че, уже? Да, он все нет. У него держав сгорит. Он быстрый. Я думал, он дольше будет дохнуть. Так, ну я отобрал себе точку, получается. Ты, мазишторм, зараза. Чего? Мало спешил. Что это за хуйня? Че я слышу? Ты слышишь Молос. Молос. А? Ничего, ты... я просто ударение меняю. Минфлэ. Ты можешь по-нормальному говорить? Можу. Могу. Он не может нормально говорить. Так, может тебе что помочь? А, ИС. Ну давай попробуем по нему стрельнуть. Что-то в последнее время я достаточно точно стреляю. О, походу Тандер вылетел, может быть. Может, его задолбало. Я так. Да. Да. Но у нас преимущество. Нормальный такой. Да, только у него ИС. Посмотрим, надолго ли. Так, где мой? Я сейчас не понимаю, где мой Карл. А, вот. О, я вижу летящий снаряд в него. Который летит мимо. Еще его еще починить можно, кстати. Кого? Карл. Ну так чини. Так чиню. Кстати, а кто с кем? А, я ну, так... с Джимом против Тондера с Пашей. Посмотрел бы. Как? Так, ну чё, он там полностью живой, что ли? Да. Да есть второй. Да. Так, ну давай постреляем. Мне не нравится на этой точке. Тебе? Да. Что-то я найти не могу. Блять, вообще нихуя. Я еще ни разу ничего полезного не сделал на этой фигне. А, нормально.
захватываться обратно. Ой, ся могу. Ой, ся. А, тигр на все. Ну, мяско тут хорошее. Да. Ну, у меня тут боец есть. Так, прячься за пенек. Ну и чё у вас там? Нормально, мы выиграем. Сколько у вас там? А, я ж посмотреть могу. Я не вижу. А, у меня донат как раз на этой полоске. Сколько у вас там? 97 из 150. Блин, еще долго. Да тут что-то очень долго очки идут. Ладно, я пока просто подожду. Чё там, Ис помер? Так, не знаю. Невидимый. Походу нет. Может тоже радиста взять. О, понятно, B4 по пазику. А пазик живой. Вот здесь посмотри. Ему две гусли выбил. Ну блин, тут какая-то неадекватная арта. Ну. Так, я... мой тигр починенный. Наконец-то. А, ему корпус уже выбили, точно. Тут, я думаю, что так долго. О, мне тигр выбили. Тебе тигр выбили? Да, вот из. Сейчас попробую еще раз выстрелить. А, не... его починить еще можно. Тут как-то уж слишком легко чинить. Я привык к ГЗМу, то что там, ну, типа, редко когда можно что-то восстановить. Это большая редкость. Давай минус пазик. Отлично. Нам еще немножко продержаться и выиграем уже. А что-то вообще их не вижу, где они? Я по идее респ контролю сейчас, товарищи. Но я его категорически не вижу. Блин, оно все еще живое. Можешь попытаться пока это занять. Ну, мне денег немного. Пехота это как-нибудь. О, здесь минут, кстати, миномет. Здесь подозрительно. А, я его сторонил еще давно. А. Сейчас просто пытаюсь разведку делать. Кару починен уже. Вообще нихера не вижу. Да где? Ага, B4 найдено. О, е, все принял. Сейчас, подожди, сейчас. Так, получается, так, у них весь тот фланг вообще ничейный. Ну, сейчас мы этим воспользуемся тогда. Все ясно, база еще. Если меня Ис не убьет, то А нет, я... нет, не убьет Ис сейчас. Я лучше Иса тогда убью. А я тогда хумелем попробую попасть туда. А, минус башня Иса. И минус Карл. Чё? Да как вообще? B4 убила. Сейчас он переводить его будет. Некуда ему переводить. Да ты ёб твою мать! Вроде держится.
Я пытаюсь расстрелять Б4. Он прикрывает ее. Какие хэши, бляха. Бронебои. Бля. Ну и ладно. А хумилям ее не накроешь? Уже. А. Сейчас бы чуть проверь. Ну я четко по центру прицелился, а там уж как пойдет. Чуть-чуть. А, стены движутся. Я еще не хотел тебе. Че, а, все? Убили, еще не убили. Тупой. Не, иди нахер. Что он попытаться убить В4. Выстрелила. Подвал тигр. Да. Гусли подбила. Нормально. Отлично. А, ИС, кстати, еще. Да знаю. Охуенно. Минус экипаж. Не, выжил там экипаж. Живой. Нет, там Б4 минус. Ты думаешь? Да. Нет. Не минус она. Техники вообще нету. Ай, стоп, у меня где-то тут радист был, он затерялся среди остальных. А, вот он нашел. Где ваши читы? Зачем нам читы? Какие читы? М? Я не знаю. Читерные. Ладно, я тигр отчинил уже. А? Тигр, говорю, отчинил. Уже? Да нет. Да. А, ты свой. Да. Блин, у меня хумиля опять бы кончилась. Я и не замечаю. Отлично. У меня, кстати, на Б4 есть патроны. Тебе не надо уже. Ну так-то надо. А, чё, ты Т-60. Чего? Т-60. И чё? Не знаю просто. Бля, меня уничтожило немного опять. Он что, повторку выстрелил? Что там происходит? Сян подсвечивается. А? Сян, говорит, подсвечивается. Так. А. Играем в эстафету с противотанковой гранатой. Один умер, другой бежит дальше. Да ё-моё! Ой. Неожиданный поворот говна. Он вылез или сдох? Вроде сдох. Так, ну ты мне этим самым напомнил о том, что я могу выстрелить. О, извините. Да не, у меня он подбитый, прицел сбит, кстати. Не, я пытаюсь офицером сосить. Так, попробую сейчас радиста провести. А Б4 все еще. А. Выстрелил. Там, рядом. А он газ взял против пехоты. Да какая разница, я уже выстрелил. А, гусля. Утерял. Блин, я ж выстрелил. А где, собственно, дым? Где все? А где дым? Так оно бывает без дыма. А, так подожди, артудар без дыма идет? Ну, бывает иногда, может. И где он? Так было.
Может, не успел? Так я ж выстрелил. Но у меня разряжен был. В чем прикол? Категорически не круто. Ну да, он там живой. Где вы, из? Вот. А, вот. Сейчас дам залп, понимал. Да. Гусля. Так. О, они не сыс. Нормально ему башню оторвало. Да. Так, сейчас можно попытаться Б4 уничтожить, кстати. Попытайся. Сейчас СД-шка стоит. Будет прорыв. Плюха, Б4. Ну, отлично, значит не по мне. А, она разорвала мою РСЗО, которая вообще бесполезна. Я уже лечу. У меня 37-миллиметровка тут. Я уже иду, Б4. Так. Что дальше? Мы выбили. Ну да. Так. Это было потно. Ну такое. Так.